Шляпы, 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 ох уж эти шляпы. Как же их получить в этом хэллоуинском ивенте? На первый взгляд, все довольно просто. Заходим в Place Blox Hunt и ждем, когда появится вот эта карта с мрачным домиком. На этой карте нам необходимо выиграть за команду синих. Первая шляпа у нас в руках. Вторую шляпу можно достать в хэллоуинском домике. И выиграть эту карту нужно за команду красных. Все ничего, но попасть в команду красных очень сложновато. Тут уже повелевает бог рандома. Если же вы все же попали в команду красных, просто побеждаете и получаете свою шляпу. Вот в принципе и все. У нас уже в руках 4 предмета из ивента Хэллоуин. Осталось разобраться с последними двумя. Они-то будут самые сложноватые. Ну я-то с ними разберусь, а потом и вы с ними. Так что с вас обязательно лайк, комментарий и подписочка, если ты еще не подписан. Я с тобой не прощаюсь. Увидимся в следующем видосике. Но пока все равно скажу. Давай, пока.